Италии пытаются оценить ущерб от непрекращающихся ливней и наводнений. В одной только Лигурии, по данным местных властей, речь идет о миллиарде евро. Под водой также соседние Пьемонт и Ломбардия. Обесточены многие дома. Прервано железнодорожное сообщение. В Милане, где ситуацию уже называют катастрофической, затоплена почти половина города. Жителям приходится передвигаться по улицам по колено в воде. До сих пор не работает часть метро. Они, власти, обещали что-то сделать, а ничего не делают. А нам как быть? Просто держаться ближе к своим домам? Не отпуская стихия и Генную, только за субботу там выпало 139 миллиметров осадков. В окрестностях города наблюдаются оползни. Без вести пропал мужчина, чей автомобиль унесло грязевым потоком.